Привет всем! Сегодня у нас 3 октября, и вот такой вот выпал первый снег. Так вот все в снегу. Рыжик уже выбежал играть со снегом. Он скачет, да, рыжка? Снег падает, он бегает. Еще не видел снега, вот первый раз у него. Первый снег. Не знает, что это такое. Вот так вот калинку всю присыпало. Тут же грозди и ягод. Такие вот висят. Так вот все припорошило уже. Еще не до конца, конечно, все убрали. Там должен нарастаять. И снова будет погода вроде бы. Капусту еще уберем. Вот такой уже снежок. Так, зимы неохота. С одной стороны, конечно, и зимой хорошо, но холода не хочется было. Прошлая зима минус 50, поэтому не очень хочется. Ну, что поделать тут? Уже вот так вот капусту. Ну, после первых заморозков обычно убираем капусту. Ну, потом она подсохнет тут. Снег растает, подсохнет, и надо будет убирать ее. Вот такой вот снежок. И в огороде вот такая стала чистота сразу. Все прикрыл он. Скоро, рыжик, будешь дома сидеть. Не будешь так гулять. Коты они не любят, когда холодно. Вот ходит, осматривается. Что это такое? Повыпало. Вот так вот. Не знает, что это такое. Как жить теперь, да? Все сыро будет. Холодно. Здесь такие осенние листочки еще, без снега, а там вот уже зима. И ранетки вот висят. И покрупнее вот тоже еще не сорвали, тоже висят. Но они, может, даже еще вкуснее будут после такого вот небольшого заморозка. В общем, вот так вот. И цветы тоже прикрыло вот так снегом. Так вот. В общем, осень уже с зимой встречается. Здесь амаранты еще не убраны, еще не замерзли они. Красненькие такие, красивые, со снежком. В теплице
плюс 3 градуса. Успели убрать корневой сельдерей. Как раз вот до вот этой вот непогоды. Ну, в принципе, нормальные такие небольшие вот корешки выросли. В прошлом году больше были, но и таких хватит. И зелень тоже такая вот отличная. Можно и засушить, и заморозить. Надо будет его потом промыть, конечно. Все клубни вот эти или корни. Наверное, клубни. Может, и корни. В общем, промоем их, обрежем все вот эти вот мелкие корешки. И можно будет засушить. Суп добавлять. Кто-то жарит. В общем, кто-то салаты делает. Посмотрим. Такой вот сельдерей. И здесь вот надо в краешке осталась свекла. Немножко было посеяно. Теплицы все убрали, а здесь свекла осталась. Надо будет тоже ее потом убрать. И цини еще не убраны. В общем, когда потеплеет, работа еще предстоит. Много он там еще как цветет. Хорошо. Ну и бархатцы тоже вот так вот. Все под снегом. Ну, тоже птички-синички прилетели. Может, и воробьи уже это. В общем, синички и воробьи. Уже в саду вот так вот будет пение такое. Вот так вот. Идет снежок и идет. Не прекращается, в общем. Вот так вот красиво. Ну, всем тем, кому видео понравилось, подписывайтесь на наш канал, делитесь этим видео с друзьями и заходите почаще в гости. Всем пока-пока и всего самого-самого доброго.